Здорово, дружище, произошел тот момент, о котором писали когда-то в книгах древности. Он вернулся. Я вернулся. Здорово. Мы сегодня посмотрим с тобой анимацию по FNAF, но автор не знает лор. Я должен был это посмотреть. Этот видос был создан для того, чтобы мы его с тобой посмотрели. И мы его с тобой посмотрим. О, нет! 3 месяца без видео. Какой кошмар. Надо что-нибудь быстро сделать. Так, что сейчас популярно среди моей аудитории? Вы кто? И что вам нравится? 5 ночей с Фредди. Фредди. А, так. Проблема в том, что я не знаю, что это вообще такое. Поэтому мне нужен звонок эксперта. Что? Есть вообще кто-то, кто не знает, что такое FNAF? Перту, который шарит за лор. Всех пятичи... Лор. Стей, куча комиксов и прочее, да? Артём, короче... Я не помню, чтобы мне звонили. Кто еще может разбирать за лор лучше меня? Мне звонит сам Скотт Кофтон и говорит: Андрюха, что? Что делать дальше во FNAF? Я ему говорю... Слушай, я тут анимацию по Five Nights at Freddy сделаю. Мне нужно знать, про что это игра. Кто там главные герои вообще? Что там происходит? Так, первые 3 части — это охранник. Так, охранник. Причем... Хорошо, значит, у нас есть охранник. Так. Понял. А что он охраняет? Охраняет аниматроник. Чё? Он не охраняет аниматроников, он охраняет пиццерию! И вообще не факт, что он существует. Вообще-то не факт, что он все это реально. Это, скорее всего, все всего лишь сон, но... Никаких аниматроников он не охраняет. Кого? В первой части он вообще... В первой части он вообще не охраняет аниматроников. Аниматроники сами охраняют пиццерию и... Ну, короче, там все сложно. Аниматроников охраняет. Чё? Он охраняет роботов. Короче, у нас есть охранник, и у нас есть медведь по имени Фредди, и это все происходит в пиццерии, да? Вот, в общем, конфликт, да? Вот, все, у нас есть конфликт, все, спасибо, до свидания. Ага, из разговора с экспертом я понял, что ничего не понял. А, в общем, нам нужен охранник, охранник, нормально. Охранник идет, значит, идет. В пиццерию охранят пиццу, значит, вот заходит, так, а там медведь, вот медведь. Делаем медведя. Ну, раз медведь, так медведь. Медведь должен быть реалистичным, максимально таким реалистичным медведем. RTX выключен, Федор. RTX включен. Я уверен, что... Я не копировал сетку с другой воды. Медведь в 5 ночах у Фредди не такой реалистичный, как у меня. Естественно, навешиваем на него мой фирменный рик, это еще с паней он, кстати, остался, ну неважно, мы его там немного модифицировали под нынешнее качество моей анимации, которая внезапно улучшилась с того момента, как пони выходили. Ебать, его нетрудно рассмешить. Теперь мы должны как-нибудь придумать несколько историй. Я думаю, 5 ночей, значит, 5 историй. Мы эти истории свяжем с разнообразными штуками, в которых медведи фигурируют. И каждую такую ночь... Он очень хорошо знает мультивселенную Мишек. Я не знаю, даже половину этих мультиков. Ленивец говорит мамонту рандомные лентикбрынукну вещи. Мамонт отбрасывает бивни и говорит: а я не Мефти, а я не Спит. Медведь будет по-разному пугать охранника. В принципе, весь концепт понеслась. Давайте посмотрим, как у меня это получилось. Посмотрим, что получилось. Итак, давай. Ночь первая. Фредди Пух. Медведь, не привязанный! Я сегодня в злой ухмылке, красота! В голове моей страшилки, да-да-да! А передо мной еда! Она еще и говорящая! Ночь вторая. Ая, Фреддингтон. Ты банана, Трейстейшн. Вау. Этот парень лучше передал весь сюжет FNAF, чем кто-либо когда-либо. Так, этого медведя мы берем с собой. Да ну ты чё? Он же блохастый. Это твой новый дом! Наконец-то! И ипотеку платить не надо! Где моя пицца с мармеладом? Ну, я не буду спорить, это отлично передало вторую часть. Прям 100% совпадение, я уверен. Третья. 3 Фредведя.
Пиццерия Фредди. Ого, у него наконец-то появилась пиццерия. Он ближе к тому, что должно быть. Охранник, есть пиццерия, есть, так. Он заходит, есть пицца. Он доволен. Кто жрал мою пиццу? Кто двигал моими тупоретками? Я ничего не буду говорить. Кто спал в моей кровати? Кто нюхал мою бэб? Как он узнал, что я нюхал его бэб? Ночь четвертая. Охранник летал над Фредди. Я не понял мема про бэбру. Я не знаю этого мема. Не буди, расскажи, объясни, пожалуйста. Иди наводя жуть. Почти как голубь на ветке. Вау. Как уютно. Какой, сука, реалистичный медведь. Меня это даже раздражает. Какой свет, какая работа со светом. Да ты ж достаешь до туда ногами, тупой медведь. На. Бам. И он сразу заснул аж от этого. Че там, я хотел сделать артхаус. Че. Это моя любимая. Я когда хотел сделать артхаус, а получилось опять не мой кидо. Ночь пятая, дальнобойщик. Ну, типа, жечь покрышки. Это уже идея Владлена. Не понял. Владлен, привет. Привет. Слушай, у тебя была идея про игру. Там еще был дальнобойщик и медведь был. Медведь был. Можешь вкратце напомнить, про что эта игра, там, идея? Это выживач, ты дальнобойщик, так. У тебя в лесу ломается машина, ты, короче, выживаешь. Чтобы выживать, тебе нужно греться, чтобы греться, нужно жечь покрышки. Ага. Ты собираешь ресурсы, крафтишь, прокачиваешься. Ага. Твой враг — медведь. Медведь тоже прокачивается. Ага. Варианты прокачек разные. Так. Выглядит как интересная игра в этом, в Варкрафте, как были когда-то алды, петули. Понял, спасибо. Выглядит как интересная игра. Мы в роли дальнобойщика у нас есть медведь. Погодите, нет, в роли дальнобойщика у нас, значит, охранник. Кто сидел в моей кабине? Он ведет пиццу на пиццемобиле, пиццефуре. Но пиццефура охранника Пиццефури. Мается, это пустынная местность, поэтому он не может позвать на помощь, телефон не ловит, чтобы выжить, ему нужно собирать ресурсы. И поскольку на улице холодно, охранник должен жечь покрышки, а еще в локации есть медведь, и он тоже параллельно с охранником собирает ресурсы и качается. И вот они вместе качаются, и это слишком хорошо, нет конфликта. В общем, пицца, которую перевозил охранник, она была пиццероботом, в общем, вот она выскакивает и пугает всех, и они бегут в ближайший город, там... Вот. Конец скетча, в общем. Неожиданный финал. Класс. Так, ладно, все, разобрались. Вроде 5 скетчей готовы. Отлично. Фух. Вы только что посмотрели мое видение 5 ночей с Фредди, 5 разнообразных скетчей. Опа. Да что такое? Давай его отомсти за нас. Да, Артём, спасибо большое за... Как ты не можешь понять, что лор Five Nights at Freddy's — это важно? Ты можешь хоть что-нибудь сделать нормально? Нет. Где вообще фиолетовый человек? Типа, он же главный герой, он убийца, он через... Сколько там? Он 60 лет, мужик, типа. Он рестораны основал, а у него еще был этот помощник его, который только желтый человек. Только он... Что я хочу сказать? Одна маленькая деталь. Аватарка Дофа в Дискорде максимально подходит. Ходит его голосу. Идеально. Был хороший, он никого не убивал. Это он робота сделал. А вот фиолетовый, блин, у тебя вообще нет ни одного конечного аниматроника. Фокти, ты знаешь, что все любят Фокти? А еще у него, типа, отношения с Бонни. Нет, медведь похер на него. Главный Фокти. Ты знаешь, какой...
Медведь, похер на него. Классная игра про Фредди. Еще были вот теория, то, что Фокси укусил. Оказалось, нет. Это Фредди. Фредди укусил только золотой. Только не вот тот золотой, который, типа, в офисе появляется. Это другой, который еще, типа, с клипсами, щелчками, куда человек садится. Там вот с ним еще Бонни был золотой, в которого фиолетовый человек потом... попал. Он в нем убийство совершал, а потом, типа, когда он мстить пришел, типа, душ. Короче, все в комментах говорят, блин, я фанат ФНАФа, и это правда. Я тебе скажу, я не фанат ФНАФа, но я профессор ФНАФа. Я знаю точно, какой лор от начала до 15 серии. Мне лично позвонил Скотт. Это так и будет. Такие, взяли, он... Блин, ну вообще гениально. Доб всегда делает гениальные вещи, мне очень нравится. Я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свой комментарий, посмотрим еще больше шедевров в будущем. Я, наконец, камбэкнулся. Это было предсказано. А пока на этом все. Подписывайся на канал, оставляй свой комментарий. Пока. До скорого. Удачи!